Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре матчевое удилище «Волжанка Инферно». Удилища популярные, востребованные среди рыболовов. Не дешевые, но при этом просто топ из топов. 390-х у меня сегодня на обзоре нету. Ну, наверное, не с того начал. Скажу так, что состоит серия из трех длин и трех разных тестов. Это 390 14 грамм, 420 сантиметров длина тест 20 грамм и 450 сантиметров тест 30 грамм. Вот 390 до 14 грамм, ее сейчас нету. Это лайтовая такая спортивная мочевочка для относительно легких поплавочков. Ну, в общем-то, я посчитал нужным снять сначала хотя бы обзор на то, что есть, потому что будем ждать прихода 390 до 14 и разберут эти. А эти, то есть 420 и 450, берут просто за милую душу, потому что тесты 20 и 30 грамм, соответственно, позволяют на них ловить и карпа, и форель. И прекрасно они работают по крупной любой рыбе на течении, даже матчевый поплавок, когда вы ловите со слайдером. Значит, давайте начнем тогда с внешнего вида. Приятный стильный дизайн. Карбон. Но Волжанка не указывает, но здесь 46 тонн. Катушка-держатель Fuji. Колечки Seaguide. Fuji катушка-держатель отличный, легкий, универсальный, который вмещает сюда за счет лапок и широкой диапазона регулировки, соответственно, верхнего форогриппа практически катушки там 4000, даже 5000, которая, в общем-то, не нужна, конечно, но любители некоторые есть, кто сюда ставит. Оптимально, с моей точки зрения, сюда и на ту, и на другую ставить катушку 4000 по Shimano. Значит, матчевые кольца, легкие, правильная карта колец, то есть правильно расставлены, с правильным расстоянием, колечки со средним выносом, для того, чтобы лесочка не липла к бланку в сырую погоду. Дальше пробочка Эва качественная и фирменная торцевая пробка, резиновая Волжанка. В целом по самой мочевке и по самому бланку никогда косяков, как говорится, мы не наблюдали, сколько десятков и сотен их через мои руки прошло. Соответственно, здесь у нас наплывчик. Обрабатывать его особо не надо. Если посмотрите мои видео ранее, где я говорю, на что обращать внимание при покупке, вот здесь вот лак. Нужно у некоторых моделей обязательно снимать фасочку для того, чтобы он не подпиливал эти подтеки лака острые, не подпиливали маму, колено маму, куда входит, соответственно, колено папа, да? Ну, здесь все с этим аккуратно, стыки обработаны изумительно, никаких, скажем так, претензий к качеству исполнения здесь нет. Мягкий посылистый хлыстик, в целом весь строй обоих, да и третьей модели, которой здесь нет, я их тоже прекрасно знаю, средне-быстрые, то есть вот палки очень посылистые, они великолепно отрабатывают, они быстры за счет угля на возвращении, то есть кто это не знает, маленький нюансик, то есть дорогой уголь, он дает быстроту реакции, то есть палочка, а то мне часто задают вопросы, почему палка мягкая, она же в любом случае отработает, ну, допустим, там, условно, 24-й уголь, там, и 46-й уголь. И та можно сделать мягкой палкой из того угла, просто угля. Вопрос в том, что 24-й уголь или стекло даже, да, оно тоже мягкое, но оно имеет паразитку, и оно долго и медленно возвращается. И может получиться так, когда у вас рыба подряд два рывка сделала, и у вас удилище, когда пошел второй рывок, начинает на противоходе, поймает рыба к себе, а удилище от нее.
соответственно, да, не успевает восстановиться, чтобы вновь отработать. Поэтому вот этот 46-й уголь, да и вообще дорогая модульность, высокая модульность угля, она позволяет при даже мягком относительно строе, это не мягкий строй, еще раз повторю, это среднебыстрый строй, но бланки, они очень вяжущие. Они позволяют мгновенно бланку включиться в новый амортизационный, так сказать, процесс. Я за кадром написал бумажку, потому что я измеряю, прежде чем говорить что-то, да, то есть каталог не смотрю. Значит, фактическая длина, мы сейчас разложим, вы это увидите, я, наверное, там еще раз скажу, 422 и 452, то есть, соответственно, 2 сантиметра побольше. Вес, имейте в виду, у 14-й 202 и у 240 грамм у 15-ки. И диаметр комля, для кого это важно, я измерял вот здесь, 12,7 у 420 и 14,3 у 450. Длина рукояти, измерял вот полноценно от нижней части катушки держателя, 45 и 48 соответственно. И транспортная длина 145 у 14 и 155 у 15-ки, ну 15-450, сами понимаете, поэтому привыкли просто в футах, поэтому общаюсь с заводами часто, а там только в футах, поэтому я, в общем, так и говорю. Значит, сейчас пойдем посмотрим строй, понагружаем эти бланки. От себя сразу скажу, я ими ловил, мне они очень нравятся, серия топовая, действительно изумительные палочки, которые, в общем-то, мне нравится универсальность их, что вы можете что за карпом пойти, что там язик у вас где-то клюнул, даже на форель пойти там с бомбардой половить, тоже совершенно спокойно на эти палочки можно. Я, например, на форель беру как раз 420-ю, то есть я вот по осени ловил ей форель именно 420 до 20 и бомбардой 15 грамм, то есть, ну, просто прекрасно опуляет там на середину огромного пруда платника. Имейте в виду, пожалуйста, подпишитесь на социальные сети, Telegram, ВКонтакте, YouTube, хотя бы на 3 социальных сети, хотя мы представлены магазин Multifish еще и на, в других соцсетях, но это позволит вам, во-первых, при покупке у нас удилище, да, получить бесплатно 2 запчасти в год в период действия такой акции, бессрочную гарантию на заводской брак, на все удилища, купленные у нас. Подписывайтесь, ставьте, как говорят, лайки, и пойдем сейчас смотреть строй. Итак, 420-я в руках у меня, 14-я. Смотрите, сразу говорю, фактическая длина плюс 2 сантиметра у обоих. Нагрузим. Приятная очень палка, очень посылистая, отличная в руках лежит. Мне очень нравится длина рукояти. У меня рост средний, в принципе, 178. Руки тоже средние, можно сказать, но отлично она мне в руках, просто изумительно лежит. И 15-я, 452 фактическая длина. Смотрите, ну, тоже очень приятно. Здесь рукоять подлиннее, соответственно, можно вторую руку задействовать, если нужно прям вот хорошо запулить слайдер. Нагружаем. Ну, тоже, смотрите, просто катапульт. Отличная серия вся Inferno. Мне очень нравится. Я думаю, вы убедились в правоте моих слов по поводу изящности бланка, выносливости, да, амортизации, но видели, просто мы их нагружали так очень прилично, скажем так, то есть при правильном умении обращаться с этими мочевками, она просто подарит вам изумительные эмоции. Значит, по чехлу прочный чехол из синтетики, не впитывающий запахи, приятный на вид, как вы видите, и он имеет 3 отделения под каждое колено, клапан на липучке, с этой стороны у нас прорезинено все. Ну и, соответственно, швы, как я вижу, ну, вроде ничего не торчит, никаких ниток. И плюс еще для того, чтобы он там вот так вот поаккуратнее складывался, здесь у нас по 2 липучки. Ну, соответственно, мы засовываем их и вот в таком виде закрепляем. Пожалуйста, от меня просьба к вам, ставьте вот такой пальчик под видео, кнопочку подписаться, покупайте в нашем магазине Multifish, получайте гарантию на заводской брак,
подстраховку в плане запчастей. Всего вам доброго и до новых встреч.